Минута до начала фестиваля «Музыкальная гостиная». Откроет концерт танец воспитанников детского сада номер один «Журавушка» под оркестровое вступление к опере «Хованщина» Модеста Мусоргского. Кто-то волнуется, а кто-то вовсе нет. Танец готовили мы в течение месяца. Танец у нас «Солнце с лучиками», «Рассвет» на Москва-реке. Ну вы-то волнуетесь за своих подопечных? Мы всегда волнуемся за наших детей, очень переживаем за них. Но знаем, что они справятся. Волнуетесь, нет? Нет! Музыкальная гостиная проводится видным уже в 12-й раз. И каждый концерт посвящен творчеству определенного писателя или музыканта. В этом году основой фестиваля стала музыка Модеста Петровича Мусоргского. 21 марта весь мир будет праздновать 180 лет со дня рождения этого выдающегося композитора. В концерте приняли участие более 100 дошкольников из 15 образовательных учреждений. Главные ценители творчества – педагоги, руководители детских садов, родители. Впрочем, некоторые из них побывали сегодня и на сцене. А пока мои творения не поставят в рамки, я вам силой вдохновения нарисую замки. Симфоническая музыка не самая легкая для детского восприятия, потому одна из целей фестиваля – образовательная. Благодаря ему маленькие артисты постигают жанровое и эстетическое разнообразие музыкальных произведений. Все дети по-разному воспринимают музыку. Одни настроены более серьезно, другие легкомысленно воспринимают ее. Если музыкальный руководитель часто с детьми занимается, да, вот именно слушанием произведений великих композиторов, то они тогда с легкостью будут это воспринимать. В концерте можно было услышать множество произведений Модеста Мусоргского. Но основой представления стал, наверное, самый популярный цикл пьес «Картинки с выставки». Каждый номер – это маленькая история с красочными костюмами и потрясающими декорациями. Воспитанники детского сада «Лукоморья» представили постановку «Лиможский рынок» на музыку из цикла «Картинки с выставки». Готовились к выступлению всем миром. Декорации мы делали что-то своими силами. Конечно, нам помогают родители. У нас есть родители, которые настоящие дизайнеры. Вот корабль делали у нас, мама делала, она дизайнер. Костюмы шили сами, педагоги. Самое удивительное в этом представлении, что общей для всех репетиций не было ни одной. То есть целиком, от начала до конца, концерт не прогонялся ни разу. При этом все проходит четко, без пауз и перерывов. Мы собираем сначала все номера, которые есть у всех садов, и потом пишется определенный сценарий, берутся какие-то герои и делаются определенные логические связки. И распределяются эти номера в определенном порядке. Неизменно в конце каждого выступления звучали заслуженные аплодисменты. Нынешний фестиваль действительно получился очень эффектным и красочным, что отметили и представители управления образования администрации Ленинского муниципального района. Я восторгом и постановкой номеров, и как дети подготовлены. И, во-первых, как они это воспринимали, и как они четко слушают музыку и умеют ее вот воспроизвести в танце, в оркестре. Вот все это мне очень понравилось. Фестиваль «Музыкальная гостиная» – это прекрасный повод для общения детей, воспитателей, родителей. А потому замечательно, что в Ленинском районе есть эта традиция. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.